Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимазы, и я совсем забыл, что мы, оказывается, не допрошли с вами, когда соседа 2, адские каникулы до конца. Вот совсем вылетело, давно начали проходить, и только сейчас я вспомнил. Короче, те уровни, вот этот вот в том числе, которые, я уже не помню, какие там уровни, я не прошел на золотую статуэтку, я их перепрошел на золотую статуэтку. Вот здесь я, короче, начал с пакости с мороженым и закончил на той пакости, где сосед по углям ходит. И вот получилось золотую статуэтку получить. В общем, мы остановились на уровне, где мы плывем в Мексику. Соседа за борт. Сколько всего произошло к началу третьей части круиза? Ой, блин. И сколько еще предстоит свершений. Мамочка продолжает жаловаться на шум, а сосед в это время пытается убедиться в том, что на теплоходе безопасно. Пусть пытается, но Вуди его заставит потрястись за свою шкуру. Есть на моем канале один такой подписчик, которому, видимо, очень-очень нравится игра, когда сосед Руслан, я не помню фамилию его, начинается на В, фамилия у него. Руслан вел, как-то я не помню, серьезно. Ну вот, короче, что я ему скажу. Руслан, хватит мне сообщения там голосовые в контакт писать. Честно, не обижайся, но достал уже. Пиши это самое. Текстовые сообщения пиши мне. Если что-то надо узнать. Голосовые не надо, потому что ты там так говоришь, как будто... Ты там так бубнишь, как звучит, как будто умственно отсталый чувак какой-то говорит. Ты бубнишь там так, что я не понимаю, что ты там говоришь вообще. Пиши текстами. Текстами же не сложно писать. Так, охраняет вот этот вот гад сумочку. Мы ему кидаем колбаску и... Так, надо спуститься вниз. Побыстрее. Пока мамочка здесь не появилась. Так, а я баллон-то взял? Да, взял. Ну, ладно. С чего бы нам начать? Мы начнем, пожалуй, с пакости вот здесь. Со спасательным жилетом. Кладем баллон с сжатым воздухом и берем еще один такой. Нам надо два таких. Теперь берем огнетушитель и сюда его кладем. На этот гидрокостюм. И хватит хвастаться там мне в сообщениях, что ты там на золотую статуэтку там прошел. Да, молодец, что прошел, но ее все уже прошли на золотую статуэтку. Это легко пройти на золотую статуэтку. Так, надо, ладно, придется уходить. Ой, что-то сильно передул жилет, походу. Вся рожа в пене теперь. И делаем звонок. Что, громко, да? Ну, сорян. Так, я вот эти сделал? Да, сделал. И осталось вот это вот подпилить. Так, все сделали. Осталось, можно теперь прятаться здесь. Давай.
Сосед, ты, по-моему, заглянул не туда, куда нужно. В Android версии, когда с соседа 2, кстати. Так, сейчас, секунду. Ха-ха, порвал свои трусы. В Android версии, вот когда вот эта пакость с туалетом срабатывает, там туалет, дверь, туалет, туалет вообще исчезает, и там... Они там сквозь дверь, короче, дерутся вверх. Там, короче, такие баги, короче, бесячие. Да, и сквозь текстурку, конечно, сосед падает. Ну и прошли мы с вами на золотую статуэточку, этот уровень, это вообще очень круто. Я хочу все уровни на золото пройти, но не уверен, что у меня это получится. Но я постараюсь. Короче, серия называется «Камера». Вива Мексика, пока мамочка восторгается быками и храмами, сосед отводит душу. Ему захотелось движения, он прыгает и скачет по скалам. Ну, не суй забывается, если что-то пойдет не так, то оно обязательно пойдет. Конечно, пойдет. Так, ладно, пусть она уходит, и мы возьмем вот эту вот краску. Уровни с Мексикой, они довольно-таки сложные. Их всего два. Так, судя вот поэтому следует то, что тут забор покрашенный частично. Видимо, быку не понравилась красной краской, и он расфигачил того мужика. Это нам интересную идею подкидывает. И думаю, краска нам еще пригодится. А, все, иди наверх. Так, бери кукурузу. Лом. Так, ждем, пока Маша отсюда уйдет. Так, берем вот этот турбинчик, смолу, а затем делаем вот так. Иди отсюда, иди, я не успеваю никак. Блин, я боюсь, что мамаша не вовремя уйдет, и я, короче, все. Но начинать, короче, с этой статуи надо. Вот с вот это с трона вот этого вот. Так, прячемся, ладно, прячемся. Я просто никак не успею уже. Мамаша туда-сюда ходит. Просто все время туда-сюда ходит. В консольной версии на этом уровне мамаша именно в какой-то момент сюда идет, а не просто зацикленное какое-то время, а именно в какой-то момент, когда сосед сюда идет, остальное время она все время тут стоит. Делал еще недавно, вчера сделал видео еще, стоит ли ждать... Нет, позавчера, по-моему. Видео, стоит ли ждать ремастер игры, когда соседа, выйдет ли он вообще. Я не уверен, что стоит. Потому что у Social Media Life Production все время какие-то проблемы возникают. И они все время либо откладывают, либо забрасывают проект. Но демка, которую вот они нам предоставили, мне не понравилась.
Может, уровень один, может, он сделан не так уж и плохо, но управление говёное вообще. Там управлять мышкой неудобно, там еще говорят, что можно будет под себя настроить управление. Может и можно будет, под как в консольной версии, как удобно тебе настроить. Но все же надеюсь, там поправят все эти проблемы. Там можно очень страшно, когда убегаешь от соседа, можно есть риск врезаться во что-то мелкое и застрять. А, я не успею уже. Есть очень большой риск врезаться во что-то мелкое и застрять. И в итоге попасться соседу. Надеюсь, что там ведут еще 3 жизни на всех уровнях. Так, иди, иди, иди скорее. Музыка исчезла. И музыка вернулась, отлично. Так, мамаша пока уходит, мы... А, стоп, надо еще взломать вот эту же фигню. Кладем сигарету вот сюда. Точнее, не сигарету, а бомбу. Ну что ж такое, я никак не успеваю. Ладно, походу этот уровень мы не пройдем никак уже на золото. И мы будем его долго проходить, потому что я лоханулся и не успел уйти туда вниз. А может я никак все равно не успею оттуда уйти, потому что он очень... Спит он, потому что очень недолго. Надо было спускаться, пока сосед прыгает в воду. А, блин, надо было тут спрятаться. А, я бы все равно бы не успел там спрятаться. Ладно, этот уровень мы не пройдем на золото, ну и черт с ним. Как-то я вот что-то в это... Ну, сложные уровни в Мексике, понятное дело. Все, иди красть, 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 быстро, 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 иди, быстро, 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 давай. Ну и остается сидеть и ждать, пока он пойдет спать. Вообще не хочется делать это. Но надо хотя бы все пакости выполнить. Чтобы хоть что-то было. Ну, естественно, я за кадром потом это на золото пройду. Так уже, я так делал уже и не один раз. Ай, ну ладно. Ешь и будь съеден. Энтузиазм соседа слегка остыл.
Тем не менее, сосед продолжает попытки завоевать сердце Ольги. Но вряд ли у него это получится, пока Вуди рядом, блин. Этот уровень, как по мне, да еще сложнее. Но я в любом случае постараюсь его пройти на золото. А может, он и не сложнее. А, вот, я забыл взять вот эти предметы. Курицу, скелет пираньи и вот эту бутылочку. Наверное, с тухлой уже текилой. Вот в консольной версии этот уровень немного легче, потому что там мамаши нету. Да, и там собака, конечно, в этом месте есть, но ее можно на цыпочках обходить. Поэтому там уровень, как по мне, легче. Блин. Все, идем. Там еще пару предметов есть. Это цветы. И рука от статуи какой-то. Наверное, от этой. Хотя, честно говоря, да нет, наверное, от этой. Как отсюда выбраться, а? Надеюсь, я успею уйти отсюда. Спуститься. Давай, все, иди, иди, иди быстрее. Да-да-да, конечно, успею. Так, начинать надо, наверное, с этой вот ванны. Начнем с ванной. Добавим туда цементного порошка. Бык голодный, наверное, блин. Давайте дадим ему пожрать. Ну, а теперь давайте накормим плодоядный цветок курицей, вставим ему зубы, перчика острого, острый перец в чипсы и текилу в водичку. Так, спрячемся давайте здесь. Так, рук с помощью руки лом... рычаг взломаем вот здесь. Блин, я забыл вот эти термитов добавить в лодку. Ладно, подождем, пока ваша цель уйдет, и мы успеем это сделать. Say
Настолько больно, что опять это ента с голосом что-то. Так, возьмем это гнездо, блин. У него пальцы-то, рука целая и невредимая. Там бы... Чё, острый, блин? Я бы такие чипсы бы попробовал. Хотел бы реально такие попробовать. Я не боюсь такой остроты, наверное. Так, осиное гнездо. Нет, я не вижу ничего. Монитор у меня глючит, становится черным иногда, потому что провод отходит, и я не вижу ничего. В консольной версии Ольга его после этого не бьет. Но правда, она его ударяет по лицу за то, что там сосед острую хрень дает. Столько, ну там в какой-то там автомат перец положил. Мы консольную версию, кстати, еще раз пройдем обязательно. Без лагов. Без лагов. И сразу же все за раны, все эти укусы зажили. С вами на золото. Без паники. Отпуск подходит к концу. Круизный теплоход приближается к дому, и вокруг царит тишина и покой. Правда, сосед слоняется по палубе, крутит и вертит все, что не приколочено, наверное. Думает Вуди, что он так крутится. Короче, это последний уже уровень. Так, чтобы пройти на золото, нам понадобится включить отчет о пакости. Потом объясню зачем. Да опять монитор черный, как меня это бесит. Провод отходит у монитора, и я ничего не могу с этим поделать. Так, коврик я положу сразу же сюда. Идем сюда. В консольной версии у меня на эмуляторе, к сожалению, вот этот уровень глючит. После того, как попугай врезается в эту стенку, эмулятор сразу же... Игра сразу же останавливается с неприятным звуком. И эмулятор вылетает. Я, к сожалению, даже вот на этой нелаг без лагучей версии эта проблемка осталась. Берем осколки от стекла. Ставим сюда. Патрон этот сигнальный. И осматриваем эту сумочку. Вот зачем индикатор вот этот вот у мамаши останавливается при камере. Это нам очень сильно пригодится. Но в одном моменте понадобится поторопиться очень сильно. Все, иди наверх быстро, 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 быстро. А хотя не надо, не надо. Нам это не пригодится сейчас. А вот в консольной версии мамаша все время спит здесь, на этом уровне. Не спускается никуда. Это облегчало немного прохождение, но все равно уровень был сложнее.
Хотя в консольной версии иногда все-таки этого глюка не происходит. Но очень редко, очень редко. Блин, вот этот пакост мне нравится. Все, иди теперь вниз. Угорелом воняет. Задолбал курящий сосед снизу. Меня под окном. Бесячий сосед. Все мы знаем про соседа, который сверлит постоянно. А есть тот сосед, который курит и мешает другим жить. Это... Фу. Курить как... Берем рыбу быстро, 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 быстро. Берем рыбу! Берем рыбу и быстро туда, наверх, наверх. Наверх, быстро, 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 быстро. Блин, опять черный экран, я ничего не вижу. Эх. К сожалению, не успел. Ну и ладно, наверное. Пофигу. Пофигу, что я жизнь потерял. Вот у вас черного экрана не будет, потому что... Опять черный экран! Опять черный экран! Так, теперь вырубаем отчет о пакостях, он нам больше не пригодится. Как мне бесит этот черный экран, вот этот провод отходит. Этот вообще бесит, вот в натуре просто бесит. Ну, я хотя бы успел положить эту... самую. Давай тряпку на грязное стекло, блин. Быстрее. И быстрее, давай. Блин, не успею взять ключ, ну ладно, я обойду и возьму ключ потом. Используем этот ключ на двери. Короче, Ольга его там опять и забьет. Не будем на это смотреть, мы это уже 100 раз видели. О, мы уже статуэтку получили. Причем не все пакости еще выполнены были. Так, блин, ну, я боюсь, что я могу не успеть. Он падает. Он еще сначала виснет, потом падает. Все, прячься, прячься на этом шезлонге. Кстати, если вы не выполнили ту пакость, вот так вот, сломал руль, штурвал. Если вы не выполнили пакость с ведром, вот с этим, но сосед, и сосед сломает штурвал, уровень в любом случае завершится. Нифига себе, какая огромная льдина по сравнению с кораблем-то. Там три лодочки. Этот, в консольной версии вот этот ролик, он намного лучше.
там усовершенствован. Финальный ролик. Вот такая вот, короче, игра, блин. Интересная. Достаточно. И первая, и вторая часть. Самая прикольная, остальное тоже какое-то говнище. Вот, ну, среди клонов, я делаю видео по клонам, когда соседа. Есть те, которые мне понравились, когда сосед, каникулы олигарха, например. Вот, может быть, их, или там, из России с любовью, вот, может быть, их мы с вами попроходим, а вот третью, четвертую часть точно мы не будем снимать, потому что они мне не понравились. Ладно, на этом все с этой игрой. Мы еще с вами консольную версию перепройдем без лагов. Без лагов. С вас лайкос и подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока!